Сегодня в центре внимания была директор школы номер 86 Елена Сапкулова. После скандала с поборами она написала заявление об увольнении, но уже к концу дня забрала его обратно. Напомним, видео с собрания появилось накануне в сети. Родителям раздали список для сбора. В нем значились лопаты, ледорубы, две искусственные елки и даже 500 литров бензина. На все это необходимо собрать пожертвования от родителей. За месяц с каждого ребенка якобы по 200 рублей. Но только сумму надо было внести всю сразу за учебный год. Инцидент с поборами в самой большой и новой школе Оренбурга получил широкую огласку. Сначала директор хотела покинуть пост, и это подтвердила начальник управления образования Нина Гордеева. Но потом передумала, объяснив свое решение эмоциональностью и давлением. Мы следим за этой историей.